Так, высевающие аппараты Rapid. Это вот как раз для зерновых, для крупных семян. И вот эта катушка для мелких семян. Люцерна, рапс. Ну, достаточно такой у нее широкий диапазон. Я думаю, что можно сеять и полкилограмма, и даже меньше. Практически вот так вот она переключается. Раз. Штифт такой стоит. Переключение. В целом, вот преимущество как раз. Рапида.